друзья, всем привет, всем привет. Видите, как рано я иду на работу. Ну, я сегодня иду на основную работу. Вот, еще на улице темно. Короче, еще нет, даже это 8 утра. Сейчас где-то примерно 7:30. Вот, и я уже хреначу на работу. И буду до 5:30 работать. Вот. Вчера ездил на съемки, ну, я вам видео опубликовал, видеоотчет со съемок, что я снимался, играл это, горожанина интеллигента. Вот. Ну так, нормальные съемки, но правда допоздна, я приехал домой, было уже 12:30 ночи, вот. И еще в чем тяжело было, что это, ну, съемка всегда на улице была, а по сюжету... Короче, лето. И мы были одеты в такой в легкой одежде. Ну, под низ, естественно, было. Там утепление, свитер, теплые носки. Ну, а сверху такое тоненькое пальто осеннее. Осенне-весеннее. Вот, и вот в чем это. Ну, холодно, конечно. И где-то вот в час дня начали снимать. И снимали где-то, ну... До 11:30 ночи. И все время на улице. Ну там иногда отпускали погреться, но буквально за весь день, наверное, раз за два. И, наверное, это, минут по 10 погреться. А так постоянно. Постоянно целый день на улице. Вот. В общем, вот такие вот дела. Что вам еще рассказать? А, сегодня у моего брата день рождения. Ему исполнилось 34 года. Ну, он родился 16 января 1985 года. И сегодня у него день рождения. Ну, и я его, короче, самый первый поздравил. Я проснулся в 6 утра. Нет, ну я раньше проснулся. Ну, короче, уже лежал на кровати, а брат проснулся в 6 утра. Ну, я его самый первый, короче, поздравил. Ну так, 34 года, короче, уже время летит, не остановишь. Я сам помню, как мне еще недавно совсем было 19 лет, помню, как день рождения отмечал на 19 лет. Блин, и так быстро время пролетело, а уже сколько мне лет. Страшно подумать, друзья, страшно подумать. Вот такие вот дела. И я сейчас вот иду, это вот нормально как-то, на улице не холодно. Даже вот руки не мерзнут, но нормально. Вот. То обычно я это шел с утра, вот когда снимал для вас там это, видосик. И телефон держишь в руках, и руки замерзали. А сейчас я иду прям нормально, тепло. Наверное, может, есть там минус 5, там, наверное, не больше. И ветра нет, вообще такая тихая погода. Очень хорошо. Вот так вот, друзья. Вообще, я доволен своей основной работой. И то, что вот съемки, съемками то же самое. Доволен вообще на все 100%. Получается, вот то, что съемки, да, это мое увлечение, мое хобби, и оно переросло в бизнес. То есть люди, наоборот, как бы тратят деньги на свое хобби, да, а у меня наоборот получилось. У меня получилось, что мое хобби приносит мне доход. На своем хобби я зарабатываю деньги. Ну, это, я думаю, это вообще классно, это круто вообще. Офигенно. Я иногда на съемках зарабатываю больше, чем моя зарплата на основной работе. Вот, я этим очень доволен. Вот, вот так вот. Ну, правда, приходится, конечно, работать по очень много времени, практически без выходных. Но усилия стоят того. Результат хороший. Приезжаешь домой с кучей бабла. Вот, меня это радует.
очень даже радует. Я люблю своим доченькам чего-нибудь покупать. Вот. Девушке люблю своей дарить подарочки. Так что, короче, доволен я своей работой. Доволен своим заработком. Ну как, заработком, конечно, хотелось бы еще больше, да, нет предела мечтанию. Но на данный момент и как бы это неплохо. Все равно выше среднего получается у меня где-то доход. Так что, ну нормально, я доволен. Ладно, друзья, вот я с вами и пообщался перед работой. Видите, вы самый первый узнаете все новости обо мне. Даже перед работой я снимаю для вас видосики. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Ну и всем счастливо, всем пока. И до новых встреч, друзья. Все, всем пока, увидимся.